29 октября сотрудники вневедомственной охраны отмечают свой профессиональный праздник. В 2016 году эта служба вошла в состав войск Национальной гвардии. Но основные задачи остались неизменными. Это обеспечение общественного порядка и сохранности личного имущества горожан. Одно из новых направлений – антитеррористическая защита объектов. Руководит небольшим, но слаженным коллективом отделом майор полиции Андрей Поликарпов. Сотрудники его подразделения тесно взаимодействуют с полицией, патрулируют улицы. Их задача – предупредить и пресечь преступления и правонарушения. В период пандемии коронавируса организуют профилактическую работу с населением. На нарушителей режима повышенной готовности составляют административные протоколы. Сегодня под наблюдением вневедомственной охраны находятся более 200 объектов, в том числе все образовательные учреждения города.